Внимание автовладельцев! С 25 декабря на 2 дня перекроют для движения сразу несколько дорог. Демьяна Бедного, Ушинского, Невского до улицы Хабаровская. Проезд закроют из-за работ по строительству путепровода на пересечении 15-й рабочей и Хабаровской. Это счастливое, в прямом смысле слова, время для жителей Ушинского. Напомню, некогда пешеходную улицу на 1,5 года превратили в объездную дорогу из-за строительства путепровода. О безопасности Омичей власти не позаботились. Как минимум, забыли о тротуарах для пешеходов, а также закрыли глаза на газовую трубу под землей. Сейчас эта улица – главная дорога. По ней едут с рабочих, с телевизионного завода, с привокзального поселка и Московки. Десятки тысяч машин за сутки.